Казахстан и Венгрия продолжают укреплять сотрудничество в сфере образования, отмечает мажилисмен Самат Нуртаза. По его словам, за последние годы отечественные венгерские вузы, научные учреждения заключили десятки двусторонних соглашений о партнерстве. Теперь настал новый этап в культурно-гуманитарном взаимодействии двух стран. Приезд Виктора Орбана, я считаю, это очень позитивный приезд. И я думаю, что это придаст импульс новым взаимоотношениям, не только экономическим, каких-то там инвестициям и так далее, но и в культурном плане. Культурно, духовно, традиционно, исторически, я думаю, нужен какой-то, знаете, ренессанс, какая-то перезагрузка во взаимоотношениях, чтобы каждый вспомнил свои корни.